Леша, ты должен будешь. Потеряевская школа. Свои ученики. У меня свои ученики. Сказали, аппарат у вас не снимает. Сказала? Нет, ну он... Сейчас, подожди. Нет, у вас сколько рук я не вижу. Вот потеряется сегодня. Что у нас, 24-е? Ну-ка. Вот как тут. Это школа, в школе такие изображения. У них выпускной сегодня здесь. По Потеряевской школе. Это выпускники какого? 8-го, 9-го? 9-го. Какой класс у них? 9-й. 9-й? Сегодня дежурный Ая. Дежурная. Вот они. Это вот Варлаам. Варлаам. Вот Варлаама тут видно плохо на свет. Вот он где. А это его брат. Как брат это звать? Назарий. Назарий. А того маленького как звать? Забыл, да? Да, Евтихий. Евтихий. Перекрестись и быстренько слушай и иди. Евтихий. Был у нас епископ Евтихий. Батюшка, не верю даже, что я тут. Самый последний момент. Только машина со двора выезжает. Я говорю, подожди, а почему я остаюсь? И с сиденья выбросили вещи, скорее я сел и поехал. Куда раз привели, с чего тут кухонный комбайн тащит. Так, Витя, говорят, ты записывал, нет? А? Ты видео брал, записывал? И 8 записывал. А где она? Мне снять это? Полностью, все. А Иосиф где? Нет, ну наша ваша камера, да, здесь у тебя? Здесь. У Виктора камера. Ося, тебе надо пойти домой, открыть дом, там привезли мой аппарат занести, кухонный. А то он на улице стоит. Вы сейчас пойдете, занесите туда. Все, понял. Я приехал, привезли кухонные аппараты. Я не знаю, как их называть. Все здесь, на камере он записал. Ну, сейчас, мне камеру, подожди. Это Володя. Все, Володя. Володя, подожди. Ну вот так. Вот, пожалуйста. Это Евтихий держит. Дядя помогает Иосиф. Они там, да, уже стоят? Вот прямо около входа. Он одной, один затащишь. В уголок дядя, чтобы не повредить. Забежал к тебе на дом. А как у тебя бревна разной толщины, а как они будут? Щели-то. Они это степлером прибивают? И потом нет, у них осадки не будет, они намертво этими. Нет, там потом осадка будет, естественно.
штыри-то эти забивают. Ну да, да. А как она осадка будет? На штырях осадки нету. Есть. Есть? Есть. Ну тогда какой-то надо там, моха-то нету, мха нету. Есть. Лен. Лен. Лен, ну да. Лен. Смотри. А когда состыкуется и разные, как они это, разные толщины бревна? Ну, в итоге уровень-то выровнен. Нет, но здесь, когда один с другим-то будут, это же явно дело, что ну, если, допустим, перелом. С этой стороны верхушка, другое ложит бревно уже вот так. То есть это ну, уже рубщики которые сделали. Которые уже лежат, я на стене посмотрел, прям перепад сильный. Не, а это еще не выровняли. А-а-а. Еще рано. Чтобы ты это смотрел за этим. Видите, как по Теряевке. Там он на улице, там гречка, зерно таится, что не вмещается. Здорово, Валя. Добрый день. Чуть-чуть вы не успели. Я уже следом бегу за вами. Звоню ни Пупкову, ни вам, ни вы не отвечаете. Я здесь. Связи нету. А почему? Ну вот, я думал, чтобы вы попали сюда на торжество самое. Ну все, приехали. Слава Христу. Вот я подошел сначала, это Игорев склад барабаша. Вот, а рядом вот как раз это храмовый пруд. Храмовый пруд. Так он называется. Вот с издаля смотреть, а то у нас получается храм в одном здании. И школа начальная, там видно подписи идет. Ветер очень сильный, и может быть даже ничего тут и не запишется. Мелконькие какие-то цифры идут. Ну ничего не видно, пишется или не пишется. О, вот я подхожу сейчас. Игорь сюда вот сваливает все, не в воду, а рядом. Мусор берег выравнивает. Вот оно что, вот деревья большие были. Спилили, все это убрали. И вот какое-то озерцо получилось. Вон там видно, где стул сделан. А сзади ветер тут сильный. Очень-очень большая просьба, чтобы нигде не лезть руками. Чтобы шестеренки не захватили, не оторвать. Вот кровь еще. Это не кровь, это... Оно просто красного цвета, на распорке обрабатывается. Сколько здесь, так вот стою на одном месте, в входе. С той стороны уже.
пишу по порядку на каждом. Десятки гнёт. Вот только стою рядом, пусть за мной сколько. Попали. Китит, видать, подарили. Юбки-то какие-то нарощишь, выше колена 20 сантиметров. Ну все ж так не могли вовремя надеть. Ну как, что ты? Люда ходит, грудь тоже открыта вся. Ну что, ну? Это мир, мир свое поглотит. Сами выбираем. Вы другого не ждите. Надо мир, чтобы просвещался через нас, а мы под мир подыгрываем. Если бы не видели, что так одеваются, так бы не оделись. Это подражание миру, гибельному, смертельному. И дружба с миром — это не просто недостаток, а вражда против Бога. Я согласна с вами. А? Я согласна с вами. Ну как? Вы же здесь рядом, не я. Батюшка ходит, еще он не видит, что на юбку материала. На юбку материала не хватило, что ли? Ну, мама должна их одевать. Тем более я уже не один раз говорил, у нее это есть, это из дома идет. Я могу не говорить, но нельзя не говорить. Это против детей преступления взрослые творят. Они их отдают в пасть змею семиглавому. И он их проглотит. Кто любит мир, в том нет любви отче. А заповедь отче к Богу, любовь на первом месте. Любовь к миру побеждает. А зачем она нужна, эта любовь к миру? Там гибель, там смерть. Там все, что только срамное, страшное, бесстыдное. И она будет каяться, плакать и реветь, и ничего не поможет. Дадут выпить где-то, укольчик дадут, все это пойдет. Я крещу все эти годы, но немного успеваю. У батюшки овечки тут попутно показать. Я могу заговорить, они меня услышат. У батюшки сколько овечек. Он с тарелкой по храму не ходит. А то все священники жалуются, не на что жить, работать надо. Почему батюшка наш работает? И наш епископ был у нас, поборы никогда не делал. И деньги были, десятина святая. И кроме того, работает еще. Вот овечек, я говорю, сколько, батюшка? А кто их считал? Ну, посчитал 100 штук. 100. Тут один держал, он тоже, вон, коров выгоняют. Это я все попутно показываю. 24 мая, если я не ошибаюсь. Среда. Канун Вознесения Господня. Им не нравится, когда я говорю об этом. Зачем это все нужно, мирское? Игорь выгоняет коров. Вот он пошел.
Это Игоря Барабаша стадо. Это еще, наверное, наполовину уменьшилось. Вон, коров совсем порешил уже, вон, мало осталось. Занимается, думает, пашней только. Прикупает землю. Сын закончил университет, и сейчас он тоже решил Терентий остаться здесь. Вот имена Терентий, Еремия, Евтихий. Послушайте, есть что? Назарий, Варлаам. Ну, вот одеться, как по-христиански. Хоть спереди, хоть сзади. Это Саша машину уже завел. С армии вернулся, женился на Екатерине Глушковой. Та тоже заочно или как кончила университет аграрный. Видите как? А это Игорево хозяйство. Ребята фотографируются, выпускной у них 9 классов. 10 будут учиться в городе. Выпускной из школы. Не выпускной по образованию, а именно в школе по Теряевской. 3 учителя. Не хватает учеников. У меня руки трясутся, поэтому-то такая съемка будет.